Всем привет, друзья! Вы на канале Блок Владивосток. И снимаю с проспекта Красоты возле фуникулера. Стандартная красивая точка города Владивостока, видовая так называемая. Отсюда открывается отличный вид на Золотой мост, на бухту Золотой Рог, на проходящие мимо катера. Мы видим, что совсем немножко льдинок осталось на море. Буквально их можно считать по пальцам. В общем, лед отступил. Вчерашний снег уже растаял. Владивосток готовится принять весну во всем ее проявлении, во всей ее проявлении и красоте. Скоро уже будут выходить первые цветочки, подснежники в пригородных лесах города Владивостока. Видно, в тумане, в дымке стоит Эгершельд, порт, многоквартирные дома, паруса так называемые на Эгершельде. Чуть правее стоит первый небоскреб на Дальнем Востоке. По-моему, там 49 этажей или 45. Золотой мост, бухта Золотой Рог. Вот здесь первые туристы приехали полюбоваться городом. Буквально приехал, никого не было на проспект Красоты. И за 5 минут приехали первые любители красоты города Владивостока. Дальше мы видим улицу Пушкинскую. За ней стоят трубы ТЭЦ, которая расположена на Тихой. Небольшая дымка, на улице 12 часов дня. В общем, город просыпается, выходной. Друзья, подписывайтесь на канал, ставьте лайки, комментируйте. Как говорится, вам не сложно, а мне приятно. Ну и вот параллельно строится тут театрально-музейно-развлекательный комплекс. На фуникулере. Как-то стройка немножко затормозилась. Раньше быстрее темпы строительства шли, на мой взгляд. Ну, как есть. Все, друзья, увидимся в новых видео. Всем спасибо за внимание. Кстати, там вдалеке стоит мост на остров Русский.